Приветствуем всех на канале интернет-магазин пряжи пряжа.су. Сегодня будем вязать узор из пряжи Alize Baby Wool. Узор сетка крупная, можно связать и рукава к изделию, также можно связать полностью изделие таким узором. Лицевая сторона, изнаночная сторона. Вязала узор в 2 нити Alize Baby Wool. Заказать пряжу можно на нашем сайте пряжа.су. Все ссылки будут внизу в описании под этим видео. Переходите, подписывайтесь на канал и оформляйте заказ на пряжу. Узор вяжется очень-очень просто. У меня распустилась одна петля. Так, кромочная. Узор вяжется очень просто. Раппорт узора всего 4 ряда и 2 петли. Набираем число кратное 2. И приступаем к вязанию узора. Кромочную петлю снимаем. И провязываем. Одна петля лицевая в начале узора, в первом ряду. И теперь вяжем раппорт узора. Накид, 2 петли за задние стенки, одной лицевой с наклоном влево. И так повторяем. Накид, 2 петли за задние стенки с наклоном влево. Это весь раппорт 2 петли, получается такая крупная красивая сетка. Накид, 2 петли за задние стенки с наклоном влево. И до конца ряда самостоятельно провяжите, встретимся во втором ряду. У нас осталось последнее повторение. Делаем накид, 2 петли, одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. У нас остается одна петля, вяжем ее 1 лицевая. Мы начинали с 1 лицевой и заканчиваем 1 лицевой. Петля кромочная вяжем изнаночной. И теперь приступаем к вязанию второго ряда раппорта. Во втором ряду кромочную снимаем и провязываем все петли изнаночными. И накиды, и лицевые, которые у нас были, все провязываем изнаночными. Переходим к вязанию третьего ряда раппорта. Посмотрите, у нас сетка идет со смещением, поэтому в третьем ряду мы сразу начинаем вязать кромочное и делаем накид без лицевой петли. Накид, 2 петли, одной лицевой за задние стенки с наклоном влево. И повторяем раппорт до конца ряда. Накид, 2 петли, одной лицевой с наклоном влево, накид, 2 петли лицевой с наклоном влево. Самостоятельно провяжите до конца ряда, и нам останется последний, четвертый ряд провязать. В конце, как начинали, вяжем также накид, 2 петли, одной лицевой с наклоном влево, и последнее повторение, накид, 2 петли лицевой с наклоном влево и петля кромочная. Все, нам остался последний, четвертый ряд раппорта. Точно так же его вяжем, как второй, кромочную петлю снимаем и провязываем до конца ряда все петли изнаночные. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Мы провязали один раппорт, 4 ряда. У нас получается такая красивая сетка. Напоминаю, что вязали из пряжи Alize Baby Wool. Заказать пряжу можно на нашем сайте пряжа.су. Все ссылки будут внизу в описании под этим видео. Узор вяжется очень просто. И подписывайтесь также на наш канал. Ссылка будет на канал внизу в описании, также под видео.